Приветствую, господа и дамы. Я сегодня нахожусь в гостях у Сергея Лазаковича на программе «Воскресный гость». Меня зовут Виктория Кильдей, я рождена в Крыму, и я пишу песни. Я хотела бы с вами поделиться сегодня одной из своих композиций. Она называется «Ну, а чего хочешь ты?» И, собственно говоря, это очередной сгусток эмоций, размышлений. Ну, как, собственно говоря, у всех, кто пишет песни. Мне хочется поделиться с вами своими чувствами. Послушаем. Ты где-то там в моих снах, в которых я вижу руки свои. Я не могу ненавидеть то, что стало частью меня. Как глупо нам быть людьми, и как смешно просто глупыми быть. Тропа чудовищ проста и легка, но невозможно принять. Я тебя бы хотела выиграть в лотерею. Я тебя бы хотела получить в жарком споре. Завоевать твои замки и не сломать бы твоей брони. Я тебя бы хотела, ну, но чего хочешь ты? Все настолько банально и настолько обидно. Растоптать грязь и кашу, все, что так было ценно. Жизнь смешная наука, и мне странно и стыдно то, что я проиграла и не хочу побеждать. Но я тебя бы хотела выиграть в лотерею. Я тебя бы хотела получить в жарком споре. Завоевать твои замки и не сломать бы твои брони. Я тебя бы хотела, ну, но чего хочешь ты?